Нет, это сделал не кот. Это что-то я психанула как-то. Я решила разобрать растительность на окне, потому что там уже своя просто жизнь завелась, вселенная, начало все рушиться. И, короче, вот. Кот сидит и приофигевает такой. А чё, так можно было, что ли, да, кот? Мурлок. Сов всех выгнала в одну комнату и не знаю, что они там делают. Окошко. Сейчас, пока дождик прошел, там всего лишь 23 градуса, пока на улице пытаюсь проветрить. Зря я не сфотографировала, что здесь было до того, как я смела все здесь. И вот, что-то я как-то протупила. Ну вот. Мурлочек, ты хочешь пройти на улицу, да, кот? Что ты там увидел? Мурлок. А, Мурлок? На улицу хочешь? Ну, прости. Да уж.